Україні у нас є піраміда облігацій. Фактично, це такий тягар на економіку України. І в нас спад економіки. Але в нас зростає курс гривні щодо долара. Ну, це якийсь нонсенс. От як це пояснити, що відбувається? Тому що економісти говорять дуже такі важкі слова, там незрозумілі, і там різні теорії з цього приводу роблять. А от якщо для людей пояснити, що насправді відбувається, що з нашим курсом, що з гривнею? Дмитрий, я, наверное, сразу не смогу пояснить, потому что я тоже экономист, если честно. Я не могу пояснить как бы простыми словами, потому что это не совсем просто, ну, в реальности. Долговые обязательства, ну, если для наших зрителей говорить достаточно просто, это как бы долговые векселя нашего государства. Ну, то есть государство выпускает бумаги, по которым оно гарантирует выплатить определенные денежные средства. Ну, кто скупает эти облигации, долговые наши бумаги, как у страны? Это могут скупать, ну, компании, частные, так называемые, частные лица и спекулянты. Ну, в любой экономической сделке, которая сулит выгоду, существуют спекулянты. Это нормальная практика. Ну, то приватні громадяни з пониженою соціальною відповідальністю. Ну, не совсем так. В основі це фінансові компанії, які займаються спекулюванням на ринку. Але в нас, у людей, які з пострадянського періоду, це все ж таки понижена соціальна відповідальність у людей. Я скажу так. Долгові обов'язки наша країна випускала і раніше. Это не является ничем таким преступным. То есть, когда экономисты в стране просчитывают определенные проекты, когда необходимо заимствование денег, внешний займ, то есть несколько, их не так много путей по получению так называемых дешевых денег. Первое – это занимать в Международном валютном фонде, это так называемая финансовая структура, по сути, банк, которая за небольшие проценты дает деньги в те проекты, которые оно хочет дать. Но Международный валютный банк, он имеет свое понимание то, куда он хочет инвестировать. И не всегда это понимание срастается с социальными возможностями, либо там, с желаниями правительства под такие обязательства эти деньги брать. Существует еще другой путь. Это выпуск ценных бумаг, гарантированных государством, в которых ты ставишь определенный процент. То есть через, там, допустим, год, если это срочные бумаги, или через 3 года, или через 5 лет, происходит погашение, и государство гарантирует тебе и выплачивает премию. Там 7%, 10%, 15%, угу. В нашем случае даже 30%, может быть. Так вот, государство выпускает на сегодняшний момент, что происходит, вот если уйти. То есть мы понимаем о том, что в этом нет ничего преступного. Это можно делать. И страны, которые имеют определенные крупные социальные проекты и хотят их финансировать, таким образом поступают. Ну, к примеру, Украина решила построить новую электростанцию. Ні, це не про Україну. Якщо ми подивимось про Україну, тобто ми дивимося, що Україна хоче продати українську землю. І щоб її купити, я так розумію, ну, потрібно, щоб в Україні у різних закордонних компаній, банків було дуже багато грошей. І тому, я так розумію, з цього приводу в нас в Україні з'явилося дуже багато грошей, які просто чекають відкриття ринку землі, куди так намагається потрапити Зеленський з своїм урядом. Чи він, чи не його, ну я тут спірне питання. А от це може бути реальною причиною? Тому що це логічно. Я не зв'язую дві ці речі тільки по той причині, що те, що відбувається на сьогоднішній момент, якщо говорити вже зовсім дуже просто, те, що відбувається, це, понятне діло, це так називаємо фінансова піраміда. Вопрос тільки в одному. Нет никакой проблемы в том, что ее выпускать тогда, когда есть план развития страны. То есть страна понимает, на что оно эти деньги берет, и, как правило, это крупные инфраструктурные проекты. Угу. Я не зря вспоминал строительство электростанций.
Это может быть строительство электростанций, крупных портов и так далее. То есть это может быть тот объект, который зарабатывает какие-то деньги, просто не сразу. Но ты же за выпуск ценных бумаг платишь проценты. Откуда ты их возьмешь? Ну, то есть государство должно подходить к государственным деньгам по-государственному, извините за слово. То есть ты выпускаешь ценные бумаги и через какой-то период погашаешь, берешь, там необходимо будет заплатить 10-15%. Ну, плюс к этому, для того, чтобы это было интересно иностранным инвесторам приобретать эти бумаги. Ты их можешь взять только из бизнеса, ты не можешь постоянно брать их из бюджета, от пенсионеров, от там, школьников, от бизнесменов. Это утопия. На сегодняшний момент то, что упоминают пирамида ценных бумаг, по сути, это вот у нас не существует крупных инфраструктурных проектов. Это бред. Ну, то есть для любой экономист скажет, что постоянно выпускать ценные бумаги и покрывать новыми ценными бумагами проценты прошлых, это признаки МММ. Вот то, что сейчас и происходит. Почему шатка-валка начинают бить в набат и говорить, а вы же, ну, для правительства забрасывают, вы же выпускаете ценные бумаги, вы же таким образом укрепляете гривну для чего? Ну, то есть, смотрите, выпускается крупный пакет ценных бумаг, уходит за границу, приходит к нам валюта, мы эту валюту начинаем размещать внутри, а крупных инфраструктурных проектов нет. То есть, что происходит? Мы начинаем вовнутрь, в макроэкономику, начинаем вливать эти деньги. Мы там начинаем выплачивать заработные платы, поддерживаем заработные платы, так называемый проект проедания. Выплачиваем социальным работникам, там, выплачиваем госслужащим. И все это выливается в экономику. Соответственно, валюта уходит и начинает гривна укрепляться неестественным образом. Так бы происходило, если бы, ну, то есть это было бы естественно, если бы мы производили что-то. Ну, поймите, там, допустим, мы производим двигатели и закидали этими двигателями весь мир. Мы продали эти двигатели, к нам пришла валюта. Ну, зрозуміло, так. А что? Навіщо це все? Я не можу зрозуміти, щоб платити зарплатню чиновникам по 300-500 тисяч гривень чи як? Цели очень простые. Их несколько. Ну, то есть цель первая, это, конечно же, обогащение определенное. То есть, еще раз мы говорим, когда есть мудрая государственная политика, то на курсе внутренней валюты можно играть, но это делает государство. Ну, то есть, это нормальный подход. И зарабатывает на всем. Да, ну, то есть, оно зарабатывает, делает предпосылки, но для самого себя, для государства. Это государственный подход. К примеру, мы производим зерно. Много зерна. Мы продаем его осенью. Ну, то есть, мы можем сделать таким образом, чтобы в определенный момент года укреплять собственную валюту для там, закупки, к примеру, там, внутри себя чего-то, там, удобрений, нефтегорючего к будущему сезону. Газу, а можем опускать. И вот эти вот курсовые скачки, они, это целая наука, ее нужно понимать, ее нужно разрабатывать, эту стратегию. Что делается в нашей стране? Есть несколько фунтов, так называемых. А последняя крупная такой игра на скачке валюты, это было при Гонтаревой. Когда резко курс возрос, так, но это было... Дуже так резко. Да, это было разово. Заметьте, это было разово. Ну, то есть это не приходило в систему. При всей моей нелюбви там, к деяниям Порошенко, но он не занимался этим постоянно. Сегодняшнее правительство занимается этим уже на протяжении там, больше 2 месяцев, но даже не понимает, что оно творит. Вы понимаете, это вот эта ситуация, что тяжело их обвинять, потому что они себя не только ведут как дурачки, но и чувствуют себя как дурачки. Потому что их обманывает бизнес, то есть делает курсовые скачки внутренней валюты для того, чтобы... Выпускает долговые обязательства, цена гривны вот такая вот определенная. Потом выпустили, разместили, и цена гривна начинает укрепляться. В момент укрепления гривны спекулянты, внешние спекулянты, возвращают на пике, продают и уже на этом выигрывают. Понимаете, проценты определенные.